Don't you ever mess with us. Don't you cross. Don't you ever cross our path. You should know we're about to set. Пума. Тебя загрызли пумы. Тебя второй раз, по-моему, пума загрызла. Черт, и тебя до этого не грызли. Это капец их тут. Короче, я приехал наводить порядок в новом городе. Где ты там? Ты идешь со мной, нет? Стоп, пумы, тихо. Пумы, вы где? Вон бежит. Так, у меня тут птица глючит, это просто матрица какая-то. Я сейчас как раз параллельно матрицу смотрю. Вот, у меня прям такое же вот дежавю, как там с кошкой было. Кошка пробежала, еще раз пробежала. Прямо сейчас, как это непрофессионально? Ну, это в игре было. Почему много за... Так где все люди-то вообще? Что, бочки? Они грузятся. А что они грузятся-то? Пума! Слушай, я сейчас к тебе поскочу, мне интересно, что там за пума такая ушла. Да как тут капец, их тут... В общем, они появляются, бегают, я их должен мочить, и вот так до бесконечности, наверное. Ну или там штук 20, надо убить их. Еще одна! Песик. Ладно. Тут Фламми ко мне прискакал, я иду к тебе на помощь. Ох, убейте какого-то Дэми, легендарную пуму. Нет, они меня сожрали. Опять? Черт, они утаскивают мой труп. Ты далеко вообще от города, нет? Да не так, чтобы. Здесь просто лошадь чья-то, наверное, твоя. Это мега-пупер-пума. Да их тут... Так, мой тупой осел уперся в дерево. Он сможет их загрызть? Ну, я думаю, наоборот. Пока всё, я убил убегать, этого... мы сможем убежать. Убейте пум, который находится в зоне. Отлично, все, я победил. Слушай, а очков опыта дофига дает. У меня 14 уровень. А ты что, ради кача тут находишься, что ли? Ну, ченджеры на... Ботанище, задрот. Ее. Не, зато мне сейчас открыли новый какой-то режим. А, вон ты. А если я сейчас туда... подожди. У меня это DLC тоже не куплено. Отстой. Меня... А я тут ум убивал. У меня вообще, короче, голая Red Dead Redemption. Зачем ты это сделал? Одень её. Ты теперь представляешь, что я обычно вижу, когда ты убиваешь по Фоломея. Когда просто идёшь... А чё здесь какой-то кровавый туман такой? О, у нас же сейчас опять ночная серия будет. Не, только не... Вот смотри, я тут их поубивал. Или у тебя никто не лежит? У меня тут лежит... Никто не лежит. А я прям перед пумой стою. Либо это глюк. Это тебе за все. Щит. Ну ты знаешь, оп. Я рад, что ты купил. Побежали он туда. Че там? Что ты купил? У тебя DLC? А я бесплатно играю. Точно, да. Потому что я чувствую себя лучше, чем ты. Потому что я не тратил несколько тысяч на эту игру. Я тоже не тратил несколько тысяч на эту игру. Всего две. Или сколько там, 1100 ли стоило, запомнил. Это был мастерский выстрел. Скиллшот просто. Так, короче, пошли со мной. Мы бежим вперед, вон там сейчас будут бандиты. Которых мы еще не бандиты? Видим. Тут город, который нужно усмирить. Он усмирен. Мы там были. Варфоломей, иди сюда. Нас опять дурят. Отстой твой Варфоломей. Варфоломей, это просто... Макларен F1 в мире парнокопытных. Покажи, отстой. Подожди, а осла не парнокопытные? Так, вот моя новая лошадь. Меня-то за что? Мужик начал по мне стрелять, защищая тебя. А ты защитил меня, мне показали. Угу. Да блин, да я в осликов твоего попасть никак. Ты же новую лошадь себе нашел. Пес, ты сломал мою лошадь. Все, пойдем. Давай. Лошадь уже ускакала, я пешком пойду в таком случае. Жизнь говно вообще в целом. Ты сам согласен? Смотри, а ты так умеешь? Иди сюда. Сейчас покажу. Смотри, на месте такой стоишь. Это какая физическая подготовка должна быть? Такой... Паркур! Паркур! Ну тебя-то, конечно, да. Я не могу. Это круто. У меня есть лошадь. Ну и что? Ты стрелять не умеешь, оказывается? Я без тебя сегодня не смогу попасть в это. Просто его эту в скалу загнал. Бедное животное. Вон справа бандиты. Твои бандиты. Ты иди. Иди сюда. Почему у меня Эванс репитер, когда у меня должна быть снайперская?
У тебя снайперская винтовка есть? Нет, Спрингфилд. Как это успел снайперскую винтовку получить? Я купил тут всех. А, ты опять всех купил? Да. Снова. Везет. Тут кто-то есть. Не, я вижу лишь мертвых людей. Они сыпятся с горы. Вот. Еще, блин, как он кричит страшно, мне аж стало его жалко. Ой, и смотри, мы должны подкрепление убить. Да, мы должны это сделать. Как это неожиданно. Это вообще неожиданно. Один какой-то опасный чел бежал. Ой, вот там еще я ни одного не увидел даже. Отправьте следующее подкрепление в Обливион. Окей. Вот не надо их там. К поп-копу мы их туда. Поп-коп. Мы подошли из угла. Коп. Давай иди сюда. Тебя сейчас двое пристрелили. Не. Кто я и кто эти двое, да? Да. Как я его вообще с большого расстояния отассистировал. Так, они с другой стороны. О, позаботьтесь о снайперах. О, ты робот. Я не. Если я говорю как робот, это не значит, что я он. Гладос, ахаха, прекрати. Подожди, мне что-то. Мне нужно. А куда у меня пушка подевалась? Я же, блин, в предыдущей серии столько у меня всего было. Ты бесполезен. И ты не получишь. Тортик. Да что ж ты перезарядка-то это? Они вообще перезаряжаются, нет? По-моему, нет. Ты потом убил уже всех, что ли? Да я одного так убил. Ну, двух. Тут бы быть. Да где он-то? А он я убил. Ты крут. Хорошо. Но все равно очков тебе больше дали. А знаешь почему? Потому что потом... у меня тупо нет. Потому что у тебя тупо нет. Да. У меня тупо, у него нет, тупо этого нет DLC. Ух ты, а тут смотри, что-то есть. Все, Джек Шепард, мы остаемся тут жить. Это круто. Что там? Здесь шикарно. Находиться. Что такое слушай, происходит? Я чуть не родил, это что было? А, это твоя пушка? Что-то странное происходит в этом мире. Офигеть. Нормально. Я хочу посмотреть на твою реакцию. Я чуть не умер. Так. Ну. Потом пойдем. Иди меня, мой толстый друг. Пошли. Ой, прости, удочка. Прости. Жирный-жирный. Мы жирный-жирный. Давай тогда этот. Иди сюда. Call of Duty! Да хорё уже, ты, блин, в фламе испугал. Беги! Ой. Я в кактусе теперь. Ничего тупее я в жизни. А слушай, подожди, я же тебе могу шляпу отстрелить, по-моему, нет? Нет. Только не пистолетом. Голову отстрелить. Не-не-не, смотри. Только вот сюда вот иди. Да подожди ты, ну. О, не дай бог в голову воткнул. У тебя в сердце нож. И лошадь пришла. И я ее зарезал. У меня есть нож, я режу людей. Иди сюда. Я прыгаю на ваших трупах. Что, я не могу идти, я занят. Там, я плюю на ваши могилы, был фильм. Да, я прыгаю на ваших трупах. Иди сюда. Покажи, какой ты клёвый стрелок. Да, не шевелись. Сейчас в пузо мне стрельнет. От револьвера надо или как? Блин, ты смотри, я прям в кончик попал, знаешь, нельзя. Подожди, ну-ка я сейчас аккуратненько так в кончик. Не попал. Ты косой. Ой, косой. Нет, не получается, она не сносится. Даже когда навожусь прям на голову. Чуть-чуть потише. У тебя мозг потек. Пошли со мной. Давай. Come with me if you want to live. I don't wanna. Because I'm stupid man. Muchacho. О, muchacho. Да хоро, я в тебя не стрелял почти. Ты был взорван за свою дерзость. Не, ну сейчас мы раз такое дело... А слушай. Чего такое? Идем за мной. Давай. Мы будем я буду скакать за тобой, естественно. Просто надо будет как-нибудь потом сходить в Мексике. Насколько я помню, по прохождению там где-то какая-то крепость в горах, по-моему, была. Да? Я до туда, видимо, еще не дошел. И по дороге к этой крепости, насколько я помню, были йети. О!
Че, серьезно? Давай туда прям. Я хочу. Да я не помню, где это было. Но это явно в Мексике где-то было. Или подожди. Там есть эти в игре. Да. Так, открываем карту. Где тут может быть какая? Нет, оно знаешь где? Оно, по-моему... А вон там какой-то гигантский волк нарисован внизу, это не то? Под Чупароса, если вниз смотреть. Не-не-не, оно, по-моему, знаешь, оно все-таки не в Мексике, а на самом верху справа, вон там, видишь, Толл 3, Каченей, и где-то вот тут вот около него, по-моему. Видишь? Mm. Посмотри, самый крайний город, Blackwater. Каченей, да? Да, вот Каченей. А, так давай тогда в этот, в Blackwater протанемся. А ты как это можешь сделать? Ну, то есть... мы сейчас с собой вот на назад на Ratskiller до транспорта. На Ratskiller скачем, можно, там есть? Да-да-да-да-да, есть. Погнали. Погнали, без портала. Там стояла лошадь, она просто стояла, она никого не трогала, и че она там стоит? Да блин, я... да че? Меня не надо стрелять. Все, прости. Это уже это входит в привычку. Она не просто стояла, на ней был человек, но он был невидимый. Я просто когда садился на нее, я услышал крик. А? Это очередной баг. Блин, тут по дороге мертвые люди, которые зацеплены за... Зверь! Зверь! Щит! Да сдохни ты, тупой. А, ну вот тут и появился снова этот... А, давай как раз их завалим, пом, с тобой. Квестик сейчас сделаем. Как раз хотел увидеть. Квестик. Вот сейчас они будут подбегать к нам, мы должны их валить. Сейчас такой, а, пума, господи Иисусе, защити меня. Вон она, вон она. Ой. Так, лучше взять дробовик, конечно. Где? Где эти животные? Где вы, твари? Я не вижу. Вот она съела мою лошадь. Она ее съела. Так, лайк. Фу, дробовик, отстой. Да. Лучше Спрингфилд нравится больше. Блин, теперь я без лошади, защищай меня. Они мою лошадь съели. Капец, они быстрые, офигеть. Так, теперь мы оба без лошадей. Да. Что будем делать? Где? Я не знаю, я видел тень. Джек Шепард, мне страшно. Не страшный Джек Шепард. Моя лошадь затоптала ее просто. Меня съели. Сзади, 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 сзади! Я стреляю! Нравится, скотина! Я убил его. Не, написали, что... Там сейчас, подожди, гигантская мегатварь к тебе бежит. Развернись! Она быстрая. You crazy, самого бич. Меня сзади, 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 сзади. Вокруг моего трупа. Она тут. Она тут. Я боюсь. Я не вижу. Выходи на дорогу. В траве их не увидеть. Мы умрем. Мы. Мы победили. Отстойно быть мной. Мою лошадь съели. Мою лошадь съели. И это был я. Прости. Не прощу. Какой же ты все-таки злой и жестокий. И мертвый. Ну ты, блин, лошадь должен был убить. Но в нее не целилась, прости. Поэтому пришлось. Короче, пошли к этому уже. Да, погнали. Да, ну ты понял. Я стою на твоем трупе. Варфоломей! На твоей Варфоломей такой. Варфоломей такой. Знаешь, кого мне напоминает? Футурам же смотрел, естественно. Да. Там этот есть, капитан такой самовлюбленный лаще. Ой, да, 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 волка. И Варфоломей напоминает мне услугу такой, такой. Блин, меня тут волки жрут. Мэн, это не волки, это пумы. Тебя жрут волки. Нет, это волки. Щит, раз тут есть волки, значит тут есть и... Блин, я стреляю по Варфоломею. Спаси меня. Спаси. Где они? Я стрелял по Варфоломею, когда ты кричал, что там волки. Фух. Лишь на пятый выстрел я понял, что это осли кричит от боли. Варфоломей, иди сюда. Да его больше нет. Он мертв, он покинул нас. Да не мертв, он убежал в панике. Я могу прыгать на лошади, а ты нет. Я лошади-то нет, у тебя демо-версия до сих пор. У меня шикарный Макларен просто. Погнали за мной. Ты же лицензию купил, что ли?
Да. Так, кто-то обгоняет. Это нечестно. Щит. Только не смей. Только не смей. Так, а вон мы уже почти прискакали. Спокойно, Джек Шепард, спокойно. У нас есть цель. Впервые за долгое время. Нам убить нужно всех людей. Ты первый. Щит. Добрый вечер. Добрый. И у меня что-то внезапно начало болеть. Мы просто обмениваемся. Нормально люди обмениваются дружескими рукопожатиями, мы дружескими стрелами в лицо. Ну... Привет, друг. Как ты? Нормально. Мне окей. Варфоломей, ты настолько иногда просто задираешь, что вообще это капец. Так, сейчас я скажу. Так, по идее, можно на Манзаниту пост или на Great Plains. Сейчас посмотрим еще где это. Манзанита пост выбирай. Хорошо. Манзанита. Вот. А можно было с Blackwater, ну ладно, Манзанита пост. Ну все бы тебе Black, да, все бы тебе Black, да. Ну да. Это само собой. You're racist. Yes, it is. О, я в лесу. Господи, я в лесу, тут олененок. Бэмби. А в этой игре, по-моему, кстати, красивый лес. Мерзко. Да, в этой игре красивый лес. Но мы идем за Йети. Нам нужна их шкура. Где ты? Я вижу твой ник там из-за леса. За Йети мы идем. Мы идем за Йети. Лес, ночь, охота. Давай. Вот здесь круто было бы бегать с зомби. Это такой DayZ. Медведь! Щит! Еще один! Спасти меня. Ты просто, я не знаю, я думал, ты как Биар Гриллс крутой там, наедине с природой, а тебя два медведя харчат. Я нет. Иди сюда, ко мне, мой толстый друг. Обними меня. Я думаю, еще один, убей его. Каждый сам за себя. У меня зажат. Он гонится за тобой. За мной? Да. Ты такой мужественный, что... Да. Он гонится за мной, ты что? И такой толстый, такой мужественный. Да за тобой два медведя. Я убил одного. Один из них на вас, да. Здесь еще волк какой-то, нет? Ну, возможно, это я. А, это койот маленький. Он, вон он, да, убил. Смотри, маленький койот. Да черт, я почему? Ты в спину. Да, хватит мне спину. А, баунти за что? Блин, ну почему нельзя их резать, там, я не знаю, как в сингле? Почти мы с тобой вообще не туда идем, но сцена налево и на дорогу. О, на дорогу. Блин, в лесу круто. Нифига себе, он... Мне что-то на лошади скакать меня убить. У тебя рефлекторно, по-моему, ты увидел человека на лошади, он упал. Да. Ну это так же, как у тебя человек, когда на джипе ездит, пытался убить. Ох, я убил горку. Я отстой, да. Куда мы идем вообще? Я просто слышу. Не бежим сейчас, на дорогу выбежим и пойдем к Йети. Смотри, тут снег. Тут снег есть. Да, где-то тут снегу как раз эти и водятся. Офигеть. Помнишь нам тогда, в DayZ, блин? Если пройти туда, там будет Йети. Ну да. О, пойдемте до Йети. И забили вообще. Нет, в Red Dead Redemption. Ну ладно, не буду спойлерить там насчет этих. Йети. Короче, просто охотишься на них. И потом там последний. С ним интересно так получается. Вообще оборжешься. Окей. Надо, да, естественно, пройти все-таки. Угу. Все, мы с тобой вышли на дорогу, которая ведет прямо к ним. Куда к ним? К их логовищу. Так, где мы тут вообще находимся? Вот мы тут вот где-то. Да-да-да. Вот это озеро, видишь? На западном его краю. Которая наверху, где Кочинай или чё? Или которая Аврора Бейсин слева от нас? Ой, ты такой занудный. Мы... Короче, слева от нас, которая. Короче, Кочинай, которая. Вот я тебя спрашиваю, нам вперед бежать, но мы все равно мимо этого пробежим. Короче, погнали по дороге.
Нам с ней нельзя сворачивать. А, хорошо. Привет, кстати. Как поживаешь? Знаешь, на самом деле, такси. Это прикольно. А это вообще как жена? С дороги сегодня прекрасно. Потому что на дороге, я думаю, мы ничего не найдем особо. Окей. А тут лед есть? А персонаж все так же не умеет плавать, да? Давай проверим. Джеранимо! О, смотри. Да, не умеет. Ну смотри, ты так прошел, у тебя так голова оп, воду, и все. И тут оп. Ты 14 уровень уже? Да. Но ты ботан. Когда ты успел-то? Я с утра до вечера выиграю в эту игру, ты че? Прекрасно. У меня в нее кот играет, когда меня нет. Отлично. Мы с ним сменяем друг друга. Где ты? Я пока траву соберу. Возможно, эта трава выросла после того, как на ней покакал этот чувак. Ты лучше не делай предположения, у тебя это плохо получается. Ладно. Ты ужасен. Окей. Я буду кидать топоры. Топор! Вы чем по жизни занимаетесь? Я плотник. Я охотник. А я кидаю топоры. В людей. Иди только. Так, что-то тут... О, патроны к топору, отлично. Патроны? Да. Да, отлично. Мне кажется, или что-то было. Что-то точно произошло. Так, нам направо. А где мой нож-то? Ты его, по-любому, профукал уже. Такой звук такой еще. Слышь, он отскочил от меня. Не, он у тебя в груди. Да не в груди он у меня, нет его во мне. В груди он у тебя. Да нет во мне никого. О, медведь, мать твою. А где? Джек Шепартон бежит к тебе. Да, я настоящий охотник. Слышь, вот мы забрались с тобой. Я был настолько хладнокровен. Это я просто, если бы не я, то тебя давно уже харчили. Мое плечо. Эй! У меня в руке нож. У меня в руке томагавк. Блин, кажется. Ну блин, ну нет, тут убивать друг друга не стоит, потому что слишком далеко появился. Ну, короче, берем томагавк вам не до сих пор. Берем с тобой ножи. Берем с тобой ножи, и если что, на нас нападают звери, мы их будем с ножа, как настоящие охотники. Угу. И с визгами. У меня не ножи, у меня топоры теперь, я их с твоего трупа снял. Я могу опять же предположить, что здесь главный йети это будет Бир Гриллс. Угу. Ты посмотри, что у меня в плече просто. Это нормально. Нормально. У меня два таких было. Я прожил месяц с ними. А потом заметил, да? А потом заметил. Он мне что-то говорит, просто смотри, чувак, в те топоры. Куда ты на гору полез? Это тебе не Скайрим. И лошадь твоя не такая безумная. Фусрада. Ой, я что-то заметил там. Фусрада, фусраде. Это обалде. Я что-то тут можно запрыгнуть? Или нет? Нет, не знаю. Подсадишь, а блин, да нет, ты толстый. Я не толстый. У меня толстая кость. У меня жирная кость. Жирный.